Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Admin Roleplay, 4-й сир. У них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить пани по регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите МН, потом убирайте 11 пункт промокод и пишите вот такой промокод. Кгейм. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серия, и я продал свой снегоход. Я слил его просто-напросто в металл, так сказать, в пост. Потому что продавать его вообще не было никакого смысла. Тем более сейчас очень поздно, онлайн небольшой, 55 человек, около 2 или 3 часов ночи, короче, по МСК. Я точно не знаю, какое сейчас время. Даже давайте на телефон сейчас гляну. Да, сейчас почти получается 3 часа по МСК. Короче, какую тачку брать, пацаны? Тут, короче, пофиксили еще, получается, скорость у машин. Теперь иномарки едут быстро, а старые машины едут медленно. Даже очень медленно. Поэтому давайте, я не знаю, что возьмем. Возьмем наш любимый, пацаны, Range Rover, который нельзя нигде купить. Либо можно купить. Мне писали, что, типа, можно его купить, получается, в автосалоне элитных машин. Но почему-то я там его не видел. У меня на руках, получается, есть 300 тысяч. Я не знаю, этого мне хватит на какую-то машину нормальную. Я думаю, что нет, но попробуем. Сейчас ездим в банк. Я не помню, на банке у меня есть что-то или нет. Нужно еще налоги платить, потому что я давно этого не делал, чтобы у меня квартира, гараж не слетел. Вообще, кстати, надо будет продать гараж, потому что он мне не нужен, я им не пользуюсь. У меня там тоже просто машина стоит и все. Поэтому я думаю, можно будет его продать. Ну что ж, вот я и в банке, в принципе, список моих счетов основной. Так, и давайте посмотрим баланс. О, у меня есть 569 тысяч, отлично, так, снять. Давайте снимем 500 тысяч, я думаю, хватит, в принципе, этих денег. Вот, 500 тысяч снимаем, у нас 800 тысяч получается, да? Ну что ж, пацаны, я уже почти определился, я уже протестировал две машины, которые мне интересны. Первый вариант это вот Mitsubishi Lancer 9. Он быстрый, но, во-первых, он почему-то переднеприводный, хотя должен быть полноприводный. И, во-вторых, он низкий, он цепляет абсолютно все лежачие полицейские, его сильно подкидывает. И второй вариант это вот этот Volkswagen Golf, который мне очень тоже понравился. Я тоже в нем проехался. Да, он не очень быстрый, но с места он быстро едет. Максималка у, получается, Lancer 207, по-моему. А вот этого 170, по, ну, быстрее на 30 километров, но, как бы, этот стоит 500 тысяч, грубо говоря, а этот стоит 600. Как бы, разница всего лишь 100 тысяч, но, блин, мне кажется, лучше всего взять эту машину, потому что она что-то мне более интересна, поэтому, я думаю, мы ее сейчас и купим сразу. Вот цветом бы определиться, я вот не знаю, какой цвет покрасить, в белый, наверное, либо в какой, я, честно говоря, серьезно не знаю, мне она в белом цвете реально нравится. Давайте, пусть она будет белая у нас, и просто берем ее, покупаем. Нажимаем купить, все, минус 490 тысяч получается. Реально, мне эта тачка интересна, она мне понравилась, и, в принципе, я готов на ней покататься. Да, вы скажете, типа, вот, дурак, взял бы лучше Lancer, там, он попизже выглядит, он быстрее, но эта тачка очень даже тоже симпатичная, почему-то раньше ее не видел. По-моему, раньше был Golf, но не такой, а этот Golf очень даже симпатичный. Реально тачка годная, я думаю. Салончик вот такой вот у нее современный. Как бы это лучше, чем Lancer старый. Как бы Lancer реально уже старый, 9-й получается. А вот эта тачка реально такая новенькая, в принципе. Бодро тоже едет. Вроде бы как не цепляет ничего. Жопа у нее тоже такая симпатичная, двойной выхлоп. Ну, короче, реально тачка годная, пацаны. Я не жалею, что я купил, осталось только ее припарковать. Ну, а так тачка очень даже симпатичная, я бы советовал ее брать. Она переднеприводная, вроде бы как, да? Да, она переднеприводная. Ну, в жизни вроде бы она и есть переднеприводная. Поэтому в этом ничего удивительного нету. Ну что ж, вот такая вот получилась серия. Надеюсь, она вам понравилась. Да, не длинная, но, думаю, самое основное я показал. Вот такую вот машину я купил. Это Volkswagen, получается, Golf. Ну, вы ее видели, просто почему-то у меня сервак перезагрузился, поэтому она осталась там, где я ехал. Поэтому ее уже дома нет. Именно поэтому я сейчас в квартире. Я хотел в этой серии скин поменять и номера получить на эту машину. Но давайте все это сделаем в следующей серии. И пишите в комментариях, хотите ли вы полный тест этого автомобиля, который я купил. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.